Груви. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова будем отправляться с вами на охоту на Бигфута. В прошлый раз он нам сильно навалял, но сегодня мы берем реванш. У нас есть навыки, есть скилл, и он пожалеет, что он нас не убил целиком и полностью. Он просто отпинал нас, обоссал и отправил домой. Но мы отмылись в душе и вернулись. Короче, вот такая история была. Мы приехали, разбили свой лагерь. Пока еще день, пока светло, я бы полетал. Вот он, дрон. Я вот здесь его поставлю. А сами, пожалуй, вот здесь закроемся. Все, безопасность. И отсюда будем смотреть. Главное потом вернуться обратно успеть. У нас 94% заряд. Нам нужно летать среди деревьев. Биг-биг. Знаете что, давайте-ка вернемся на базу. Есть кое-что, что я забыл сделать, пока торопился запустить дрон. Ой, это прям как в «Зловещих мертвецах». Помните, когда эта камера летит на главного героя? Стоп. Все, приземлились. Первое, что нам нужно сделать, это поставить капкан. Хорошо. Положить мясо. А еще надо поставить где-нибудь вот здесь вот камеру. Давайте целую дорожку из камер выстроим. Блин. Не надо так. Поставил. Давайте еще одну камеру здесь. Таким образом, у меня есть несколько линий предупреждения. Далее, у нас капкан есть. Вот здесь можно поставить. Положить мясо. У нас нет мяса. Стоп, а где-то же было мясо. Я целую кучу, по-моему, находил. Может, тут холодильник есть? Холодильник есть. Вот. Хороший стейк. Теперь пойдем прятаться. Камера 1. 2. 3. 4. Это 5-я камера. Воу, видали, какая молния. Надо как-то скоротать время. Не знаю, что можно здесь поделать, пока мы ждем Йети. Например... О, я знаю, что... Окей, теперь бы чем заняться. Хм. Вот так тоже весело. Не слышал! Камера! Он где-то здесь! Он где-то здесь. Могу я зашторить шторы, чтобы он не знал, что я здесь? У меня какой-то странный фетиш по волосатым огромным существам. Пожалуйста, скажите, что это не моя предыстория. Нет. Мы здесь хотим убить Йети, потому что он отверг нас. Мы ему пели серенады. Йети... Обожаю тебя, твои волосатые руки обнимают меня, но чтобы убить. Погодите, я только что взял пули слежения, когда он нам даст по роже и побежит. Мы поставим ему трекер. Так, походу, он хочет, чтобы мы вышли. Кажется, уже светает. Слушайте, слушайте! О, боже мой! О, боже мой! А! Откройся! Он там где-то. Все, уже светает. Гоу! Уже не страшно. Крик был где-то там. О, май гад, о май гад. Смотрим. Скорей. Какая камера? Как? Четвертая, может быть. Пятая? Где-то же были движения. А, боже, господи. Как он мне всадил жестко. Вон он, я вижу его. Я тебя обнаружил. Вон он. Смотрите, смотрите. Сначала мы сделаем вот что. Маячок. А, черт. Он резко меняет траекторию. Хуй проворный. Ну-ка, за ним. Карта показывает? Ха-ха-ха-ха. Сейчас ты меня отхватишь. Чертово болото. Заплати за все, что он сделал. Подкрадываться ко мне сзади. Никто не смеет подкрадываться ко мне сзади. А, мне можно карту не включать, она вот у меня справа. Он в мой лагерь бежит. Он там стоит. Он попал в капкан? Пожалуйста, попади в капкан, это очень смешно будет. Стоп. Или маячок здесь упал. Слышите? Вон он! Ух ты, мразота! Думал на меня, блин, да? Со мной шутки шутить? Ну-ка, сдохни. Смотрите, нет, маячок работает. А! Черт! Подвернул ножку себе. Он вот прям здесь. Капкан положим, мясо положим. Пойдем. Вон он! Оп! На меня? На меня, что ли, да? Да что ж ты будешь делать? Забрать. Ну, побежали. О, нет! Маячок упал. Ага, мы вышли к озеру. Это болото, точнее. Давайте здесь камеру поставим. У нас их 3 еще штуки. Дрон, дружище, где ты? Он прям вот сел. У него заряд сел. Че, не взял с собой батарею? Я дурак. Ну-ка, а давайте, может быть, приманим его? Это действует как приманка, интересно? Ой, блин, что это? А, она сорвалась.
Хорошо, мы уже возле лагеря. Я бы, кстати, пару камер бы собрал, потому что они стоят слишком близко в одном месте. Это отстой. Нам надо бы расставить их в других местах. Вот, иди сюда. Стоп! О, май гад! О, боже мой! Кто звук издает? Пора смотреть уже глазами своими. Кажется, он идет ко мне. Ля-ля-ля. Не хочу, не хочу, не хочу. Что за музыка? Что за эмбиенс? Просто обосраться можно. Мне кажется, просто пытается напугать. Кажется, сейчас снова настанет день, блин. Он прямо здесь, оказывается. Ну-ка. Ты на капкан, ты на... Что ты? А, блин. Да, блин. Нет. О, как он меня напнул. Хватит. Все, успокойся. Скорей, скорей, меняем. Как внезапно он нападает. Вон он. Блин, хреново попал. Куда пошел? Йети, пожалуйста, подскажите. Знаешь что? Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Я вот до сих пор не понимаю, как мне прикрыть капканы. Может быть, их надо прикрывать. Взять ветку. Замаскировать. О-о-о. Никогда в жизни не увидит он. Мы не выживем, если мы будем только находиться здесь. Нам надо набрать мясо и искать новые патроны. Отправляемся в избушку, которая на болоте находится. Кто из вас тут охотник профессиональный? Я. Я знаю, как определять, светает или нет. Светает. Не ставьте под сомнение мои методы. Окей, избушка, избушка. Она где-то здесь была, не вижу. Вон она. Вот здесь можно было бы еще один капкан пихнуть. Может, мясо и замаскировать. Ети, охренеет. Давайте камеру где-нибудь вот здесь еще поставим. Вот тут. Будет хорошо видно всю избушку. Вот, капканы. Патроны, еще ракетки. Буль? Кто издал буль? Кто-то булькнул. Что это значит, кто булькнул? Это я, что ли, пузыри пустил? Я мог. Ладненько, давайте попробуем сходить вот сюда. Опять бульбы. Бульбы! От кого? Русалка? Водяной? Мне кажется, я столько всяких аномальных существ найду за это время, пока буду тут тусить в этом лесу. Стоп! Он за мной бежит, да? Смотрим. Перестаем смотреть. Я не вижу. Я не знаю. Давайте здесь камеру пихнем. Хорошее место. Капкан. Положить мясо, замаскировать. Все, вот. Окей. Он по-любому шел в мою сторону. Хрень, он ходит тут. Смотрите, как он прокоцался. Он попал в капкан? Да, вот. Я понял, его слабое место — это его нежные лапки. Смотрите, что-то горит. Что это? Аптечка. О, белиссимо. Не зря сюда пошел. Правила парка. О, блин. Черт. Пошел ты. Да пошел ты. Нет, не пинай. Стой. Стреляй. Вот. Что это, блин? Стреляй! Вот уродство! Где он? Боже мой, че ж так не прет, а? Какой хитрый, он меня перехитрил уже сколько раз. Кстати, я же походу могу сделать костер, да? Давайте сделаем. Есть! Ну раз мы нашли такое прикольное место, давайте и палатку впихнем. Вот, безопасно. Укрывает от дождя, защищает от Йети. Наверняка сюда придет Йети, а мы ему сейчас подляночку такую сделаем. А так. 4 дня уже здесь тусим. Очевидно, нас дома никто не ждет. У нас нет личной жизни. Я прекрасно понимаю чувака. Когда у тебя нет личной жизни долго, ты начинаешь видеть Йети. Начинаешь сам превращаться в Йети. То есть фактически этот чувак сражается не с Йети, а с самим собой. Он видит, во что он превращается. Просто в какую-то тварь, которая заросла волосами и ходит по лесам. В одиночестве. И мы не хотим такими становиться. Поэтому мы пытаемся убить это. Убить это в нас. О боже мой, это настолько глубокая игра. Походу мы сейчас дойдем до какого-то еще пункта. Вот, да, вот он. А, мы здесь были же в прошлый раз. Да что ж ты будешь делать, музыка? Итак, у нас здесь есть капкан. Фонарик. Не надо, это страшно. Смотрите, как много у нас карты не исследовано. Вся нижняя часть. Направляемся туда. Опа, выжженный лес. Я бы тут капканчик поставил. Сюрприз готов. Камеру вот тут, пожалуй, запихнем одну. Хрен ли дождь идет, не переставай уже 4-й день, господи, перестань. Тихо. Вот. Вниз. Валим. Меняй. Да блин.
Зато поставили сигнальный. Все, вот теперь охота началась. Че, по склонам прыгает, что ли? Охренеть, он ушел. Ну ладно, ныряем. Бульк. Эй, выныривай. Эй. Фу, возле лагеря моего. Слышу его. Опа. Джек Мартин найден. Наконец. Опа, аптечка. Спасибо, Джек Мартин. Смогу ли я здесь спуститься? Мне вот интересно. Или я зря сюда попер? Ой, я зря сюда попер, кажется. Ой, я зря... Все, у меня... А-а-а, нет! Я соскользнул под конец. Давайте еще разок. Быстренько собираем все. Надо очень-очень-очень быстро действовать. Давайте ставим здесь сразу капкан. Положить мясо, замаскировать. Ставим вот здесь одну камеру. Сразу гоу на болото. Где он? Ха-ха-ха-ха, я заснял, как ты запоролся. Все, пошел мстить мне, да? Ну, Евгений, все, это ты сделал, я по-любому, знаешь, это ты сделал, тебе смерть. Ставим, положить мясо, а мы сами гоу в дом. Я как американский старик такой, с ружьем возле своей избы, охраняю свою землю. Только сунься на мою землю. Он не придет сюда. Фу, это просто день. Просто второй день, окей. Да, хватит звуки. Дождь усиливается, нет. Вот здесь я не был еще, по-моему, ни разу. Тут, походу, будет некий труп. Лагерь туристов. Новый лагерь нашли. Аптечка есть. Что это у нас здесь? Батарея дрона. Смотрим. Вон он! Как страшно, блин, где ты, урод? Ушел. Дрон полетел. Что произошло? Он врезался и сдох об оленя. Воу! Воу, сэр! Он за оленя мне мстит. Блин, сейчас еще раз. Есть. Не смог. Давай. Да. Ну все. Да. Ага, камера тебя засекла, ты понял? Ах, тут, блин, стрейфы, что мне делать? Он удирает. Присядем, может быть, удастся подкрасться к нему очень тихо и незаметно. Вон он. Так, сейчас. Ахахаха, получилось? Или нет? Надо поставить камеру. Короче, все, мы его потеряли, давайте пойдем вот в это место еще, мы не ходили туда. И я пришел, вот. О, и здесь аптечка, вот зашибись. Ну-ка, давайте попробуем вот так сделать. Оп. Красиво. Мы сделали мини-закат себе. Давайте здесь еще одну камеру поставим. Блин, мы так много камер не задействовали. Надо по всей карте пройтись и повсюду поставить. Мы пришли на кладбище какое-то. Кто все эти люди? Кто их убил? Кто их похоронил? Они друг друга? Дом шахтера. На гамаке спал. Вот круто. Так, лампа. Что еще здесь есть? Что-то еще должно быть по-любому. Интересное. Батарея. HV-камеры. Зажечь. Окей. Пусть будет. Ох, этот самоубийца. Он зря думает, что мы просто так это оставим. Какого? О, боже мой! Эти олени, блин, они пытаются меня отвлечь специально. Они работают на него. Сколько вам платят, олени? Опа! Кажется, новое место нашли. Подобрать. Вау! Здесь прям целая куча всяких палаток. Капкан, отлично. Стоп, камера. Слышите? Сразу что-то обнаружилось. Вон он где стоит. Надо быстрее, пока мы не потеряли его. А, нет. Он исчез. Красавец, умри! Тут написано не рыбачить. Я не рыбач, а линячу. Давайте пойдем бигфучить. Блин! Тварь такая! Фу, на тебя, мразь! А, говно. Причем, знаете, чем я его убил? Я его убил маячковыми патронами. Теперь... Смотрите. Два маячка показывает, где он сдох. Я отомстил ему. Я отомщен. И последний капкан положим. Сейчас мы пойдем в сторону лесопилки. Там будет еще один. И последнюю камеру поставим. Здесь, сзади, сзади. Напали. Где? Да блин. Черт. Где? Что ж ты будешь делать? Куда он пошел? Ладно, в следующий раз. Он аккуратненько подкрадывается, а? Что ж такое? Мы вышли к лесопилке.
Значит, еще один капкан сейчас поставим где-нибудь тут, наверное. Вот капкан. Четвертый день настал. Последний капкан ставим. В целом, смотрите, у нас по всей карте равномерно расставлены камеры. У нас повсюду стоят капканы, где только можно. О, вот еще можно капкан поставить. Отлично, новое местечко. Еще одна камера ночного видения. Ну-ка, как мне ее пользоваться? Ага, я тебя вижу. Я все вижу. Может быть, мне надо, не знаю, поджарить мясцо, чтобы, знаете, аромат источало, привлекало к себе. Давайте сделаем костер. Так, зажечь. Во. За все это время, что тут брожу, это уже минут 20, вообще ничего, пустота. Йетти как будто бы застыл на месте. Ни одна камера не среагировала. Вспомнишь говно! Давай еще раз! Еще раз! Пошел ты! Да пошел ты! Блин, я попал по нему! Скорее, как же быстро он убегает! Почему он не тормознет? Слышу! Да чтоб тебя! Да что ты слышишь-то меня? Бабах! Да он уже далеко убежал. Бессмысленное действие. Где-то тут... Где-то тут? А какого? Что за... Медведь! Еще и медведь здесь! Я пережил атаку медведя. А Йети мы потеряли. Как мне теперь его найти? Ладно, мы не будем играть по его правилам. Давайте встанем возле избушки и будем караулить его здесь. А у нас есть какая-нибудь, знаете, такая штука, типа манок, который приманивает Йети звуком Йети. Самки Йети, например. Может быть, я звук некрасивой самки сделал. Давайте зажжем костер тут. Мне кажется, это его приманит. Возможно, он не любит обычное мясо, как мы люди. Он любит грязное, повалявшееся, чтобы вот наступил говняными тапками на него. Вот, вкусняшка. Попробуем пообщаться с Йети азбукой Морзе. Так он поймет, что я пытаюсь его к себе приманить. Надеюсь, я случайно не оскорбил его маму. Слышите? Он бежит! Он бежит на меня! Так. Где ты? Опа! Тихо, стоп! Стоп! Не зашить! Я тебя не приглашал к себе домой! Я не звал к себе! О, нет! Так. Маячковую пульку! Прошу тебя! Попал? Есть! Вон идет. Что-то он успокоился немножко. Ну вот вроде попал. Ну-ка, стой, блин, урод! Смотрите, как он мечется. Устой, говно. Смотрите, мы уже половину сняли. В общем, это болотный Бигфут, я понял. Он постоянно все время тут тусит. Ну-ка. Вот уродство, а. Вот чертово дерево. Что я делаю? Стреляю из винтовки. Ну, что за уродство? Просто слив. Вот где он здесь был где-то. Все, не найду больше. Тогда го обратно. Костерчик разжечь и в хатку запереться. Окей. Давайте смотреть. О боже мой. Давай, come to... Кстати. Блин. Ну-ка. О, зайдет. Не трогай мою хату, блин. Ты потиснулся так смешно. Да нет. And his name is John C. Господи. Господи. Джон Сина у меня. Где-то он здесь прям. Мы сейчас его увидим. Вот. Хорошо. Просто стреляем уже хоть как-нибудь. Он на меня, кажется. На тебе, блин. Я его задолбал. Я просто его задолбал. А он меня. Поэтому наша битва имеет место быть. Имеет место бить. Мы его потеряли. Возвращаемся обратно на болото. Идут гости. Тихо. Блин. Стоп. Уходи. Не могу выйти. Да боже мой, я умираю. Что было? Что я пропустил? Я не умираю?
А, нет, он там надругался над моим телом. Боже мой, 3 часа, друзья, 3 часа я это пытаюсь сделать, не получилось. Он явно стал сильнее, умнее, и, походу, тут вообще надо играть в кооперативе, я не понимаю. Я столько выстрелов по нему сделал, он просто как бронетанк, бронетанк, понимаете? Идет ему плевать на все. Фу, только капканы его коцают, но он не идет на них. Вообще, плевал на капканы мои. Один раз только в них зашел. Фу, ладно, на третий круг я точно сейчас не пойду. В следующий раз надо отдохнуть от этой игры. Я думаю, в следующий раз у нас точно получится его грохнуть. На этот раз прям вот по-любому, обязательно. Главное, больше лайков от вас и поддержки, и тогда точно все получится. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, это уже сказал. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы там новые видосы не пропускать. И все мои соцсети для вас открыты, я вас везде там жду. С вами был Юджин, и всем 5!